Вітаю, друзі! Приветствую, друзья. Сегодня Николаев и всю Украину всколыхнула новость о том, что один из работников Николаевского городского совета оказался коллаборантом и был задержан спецслужбами. Чтобы не было никаких слухов и недомолвок, расскажу вам, как все происходило. Сегодня утром я получил информацию от СБУ, что директор одного из КП города сотрудничает с оккупантами. Я лично захотел присутствовать во время этого задержания, чтобы посмотреть этому подонку в глаза. Вместе с сотрудниками СБУ мы прибыли на совещание, на котором присутствовал этот чиновник. Сразу скажу, что это было не в городском совете и не в моем кабинете, как пишут некоторые СМИ. Потому что у меня с начала войны нет своего кабинета, мы не находимся и не работаем в городском совете. Так что СБУ вручило подозрение этому работнику и задержало его. Я сразу на том же совещании всем присутствующим под камеру сказал и сейчас повторяю, что так будет со всеми, кто посмеет предать наше государство. Конечно, еще будет суд, и сам суд вынесет приговор, но я считаю, что за сотрудничество с оккупантами должна быть самая высокая мера наказания, потому что за такое сотрудничество мы платим очень высокую цену жизнями ни в чем не повинных николаевцев. Продолжаем работать. Спасибо Службе безопасности Украины за ту работу, которую они проводят. И пусть эти крысы знают, что мы найдем каждого. Слава Украине!